5 округах Московской области с 1 августа реализуется новый социальный проект. На коммерческих автобусных маршрутах гражданам предоставляются такие же льготы, как и на муниципальных. Одной из пилотных площадок стал Одинцовский округ. За 2 месяца пассажиры совершили около 2 миллионов льготных поездок, из которых 300 тысяч пришлись на долю школьников. Действует также система скидок, введенная для транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».